Всем привет, с вами СивПро, и сегодня покажу вам шейдеры для Minecraft Pocket Edition. Это только самые первые шейдеры, наверное, которые я мог бы видеть. Ну что, давайте приступим к обзору. Обзор я решил сделать на плоской карте, так как у меня. Ой, очень сильно тормозят эти шейдеры, они очень мощные. Ну, сразу можно заметить, что прибавилась яркость. Вот такая. Это прозрачная водичка. Ну, как мы... Очень сильно двигается. Лава стала яркой. Ну, но она почему-то не двигается, я не знаю, дерево. Как вы можете заметить, шевелится. Очень сильно шевелится. Вот без предчувствия графики она вот такая. Кстати, заменилось небо, оно стало очень красивое, да? Вы согласитесь со мной? Также двигаются облака, если кто-то внимательный. Вот тень. Такая. Так, я хочу вам показать еще. Так, свет от свечи тоже заменился, он стал ярче. Вот. Вот такой цвет. Вообще, вот такие шейдеры. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.